Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Начинаем свой челлендж, вызов, который я бросил тут всем домашним рыболовам, ну и нормальным рыбакам, кто хочет попробовать, вспомните детство, с чего все начиналось, и вот эти панклявые снасти, они к нам ни к чему, я это вам докажу сейчас. Настоящий рыбак поймает на обычную палку. Ну, палка, как видите, обычная, но маленько ее надо все равно маленько облагородить, да, чтобы не было такое корявое, страшное. Для этого просто возьмем ножик и тихонечко сейчас я с нее сниму всю кору и вот эти вот сучочки, лиственницы, она такая, о, в сучках вся была. О, запах пошел сумасшедший просто, елкой-палкой, классно. Сейчас я ее всю обдеру, ничего сложного нет, видите, ножом все хорошо снимается, сучки все эти отковыриваются, и покажу вам, что получилось. Опускается под меню. В моем детстве предел мечтаний была бамбуковая удочка, но так как ее не было возможности купить, она там стоила рубля, наверное, 3, сумасшедшие деньги для ребенка. 80-х. И мы делали себе вот такие вот снасти своими руками. И неплохо на них ловили. Я не думаю, что что-то изменилось с тех пор. Многие говорят, что рыбы стало меньше и такая вся попругу несут. Но вы стали глупее, тупее. Что вы не умеете поймать на свои навороченные снасти ничего. Вот и все. Вот в этом только проблема. Рыбы меньше не стало. Стали глупее рыбаки. Вам не надо думать, как ее поймать. Купили воблер за 1000 рублей. Вы считаете, что он должен ловить вам сам. Нет, это не так. Я вам это докажу. Рыбы меньше не стало. Поймать ее можно просто на палку. Смотрите, что будет дальше. Так, ну все, друзья. Удилище я подготовил. Ошкурил его. Вот эти вот маленькие лохматушки торчат. Это потому что лиственница. Если был бутыльник, она бы снялась и была бы ровненько. Но лиственница гораздо лучше. В том плане, что она, видите, такая живая вся, упругая и крепкая. Сейчас она у меня высохнет, ну дня 3, наверное, я думаю, хватит, она прутик тут не толстый, ерунда. Он будет в несколько раз легче. И вот это все дело я возьму наждачечку, но это я потом попозже покажу, когда подсохнет. Шкурную ее, все неровности вот эти, чтобы неудобные, уберу. Ну смотрите, короче. Дальше будет интереснее еще. Ух, какая удочка. Видите? Красота. Ждем, пока высохнет. Ну вот, друзья. Удочка моя высохла. Немножко шкуранул ее наждачкой. Смотрите, она стала гладкая. Очень легкая. Рукоядочку я обмотал веревочкой, чтобы мокрыми руками не скользило, а то вдруг какая-нибудь здоровенная рыба захочет вырвать у меня эту супер снасть из рук. Также я приделал к ней кольца пропускные, 3 штуки. Видите? Для удобства транспортировки я ее распилил. И у меня валялась. Да, я думаю, у каждого рыбака валяются поломанные удочки, какие-то снасти. Вот я распилил, подограл по размеру колена. Теперь она у меня плотненько вся соединяется. Оп. Эй. Вот такая вот супер удочка. На все случаи жизни у меня получилось. Специально не стал ставить сюда приличные кольца. У меня есть там поломанные спиннинги, есть хорошие кольца. Но я выгнал из стальной проволоки тоненькой, чтобы они были легкие. Специально, максимально упростить, чтобы ее. Так. И к этой удочке, как же удочка без катушки. Вот такая катушка. Вот такой безинерционная катушка у меня получилась. При забросе. Здесь плохо видно. Леска легко слетает с нее. Видите? Это безинерционка. А при вываживании просто делаем вот так и выбираем.
Но это надо показывать на воде, смысла сейчас особо показать здесь неудобно. Катушка делается просто из раз, два, три, четырех реек. Вот пальцы это я уже, чтобы просто было по понтяве так посимпатичнее смотрелось. Просто обычная рамка, на нее наматывается леска. Леску, ребят, я, конечно, из конского волоса плести не буду. Взял просто какую-то старую плетенку, там у меня валяется всякое барахло. Намотал ее. Осталось к этой удочке сделать оснастку. Это будет следующее видео. Мы сделаем. Она у меня будет под все. Это будет и поплавочная удочка, и спиннинговое удилище, и домка типа фидера. Значит, надо будет под эту удочку сделать три вида разных оснасток. Делать все тоже будем, как говорится, на коленке, из подручных материалов, из простейших. Потому что, ничего покупать, короче, не будем, кроме крючков, пожалуй. Все, все найдем под ногами, что валяется, просто вот, найти не проблема. Сделаем поплавочек на поплавочную удочку, сделаем воблерочек и сделаем грузик из камушка. Что-нибудь такое. Короче, ребят, для того, чтобы кто-то уже там писали мне, хотят поддержать мою идею с этими примитивными снастями, и чтобы как-то маленько постимулировать, чтобы вам было это интересно, я создал свою группу в ВК, ссылочка будет в описании, переходите туда, скидывайте туда свои фотографии, свои видео. Да и вообще, кому интересна тема рыбалки, присоединяйтесь в нашу группу. И в конце года, ну, в конце летнего сезона, в октябре месяце где-нибудь, когда закроем его, проведем конкурс, и по итогам конкурса будет выявлен самый удачливый рыбак. И от меня будет приз. Ну, я думаю, какой приз подарить, ну, пожалуй, это будет пивной набор. Я сделаю для победителя хорошую нашу амурскую рыбу, разную. Засолю, закопчу, и победитель получит это дело к пиву. Ну и наше местное пиво тоже будет входить в комплект. Такой вот такой подарок. Победителю, так что кому интересно, поучаствовать в конкурсе, пожалуйста, милости просим, заходите в нашу группу, скидывайте свои фотографии, видео, комментируйте чужие видео, фотографии, и в конце мы проведем итог и победителя наградим. Так, ну все, друзья, на этом заканчиваю это видео. Все, видите, удочка готова. Катушка готова. По снастям еще будет еще, наверное, ну, одно или два видео. И уже как раз через недельку у меня уже будут промоины, и можно будет проводить испытания по открытой воде. У кого-то раньше, у кого-то уже, может быть, началась открытая вода. Поэтому давайте включайтесь, фотографируйте, рыбачьте, ловите рыбу. Условия конкурса простейшие. Чтобы рыба была поймана на самодельную снасть. Неважно, какая рыба. Такая или вот такая. Просто, чтобы она была поймана вот на такую простейшую, примитивненькую снасть. Чтобы доказать всем супер рыболовам, что не снасти ловят рыбу, а рыбаки. И поймать ее можно даже вот такое бревно. Так, ладно, друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, ставьте пальцы вниз. Пишите свои комментарии. Заходите в нашу группу. Кидайте свои фотографии. Давайте приступим. Ну все, всем до встречи, всем пока.